красотки! Сегодняшнее видео будет очередным помадным ревью, и сегодня мы с вами поговорим о нюдовой линейке Maybelline Color Sensational. И что они из себя представляют, мы сейчас с вами будем вместе разбираться. Упаковка фактически та же самая, что у всей линейки Color Sensational. Единственное, что изменилось, это цвет вот этого вот колпачка самой помады. Классическая помада Color Sensational от Maybelline. Запах оставили тот же самый, такой пудрово-пластмассовый. Ненавязчивый, меня не раздражает абсолютно, но это тут уж на любителя. Формула помады опять же не изменилась, та же самая кремовая, насыщенная, пигментированная формула. Отлично скользит по губам, ложится, не сушит, не сбивается в складочки, держится достаточно длительное время. И учитывая даже то, что помады эти нюдовые, около 4 часов они на ваших губах проживут точно. Но это опять же, если вы не будете есть. Если вы будете есть что-то объемное, то как любая кремовая помада, она начнет съедаться. Но по моему опыту она не съедается так прям, знаете, уродливо, то есть когда она там кусками сходит. Она так достаточно плавно съедается и не оставляет таких вот прямо сильных проплешин. Но это опять же касается светлых цветов. Темный цвет, который я покажу вам далее, он, конечно, сходит. Но я вам расскажу о нем отдельно. Если вы хоть раз пробовали хоть одну кремовую помаду из линейки Color Sensational, то вы, наверное, уже знаете тогда, что из себя представляет именно эта помада. Потому что по формуле абсолютно ничего не изменилось. Отличная, классная кремовая помада. Теперь давайте с вами поговорим отдельно о цветах, которыми я обладаю. Первый цвет, о котором я хочу поговорить, это номер 725 Tantalizing Taupe. Этот цвет, мне кажется, может быть интересен многим из вас, потому что это холодный такой светлый нюд, но одновременно с этим он не замазка. Это холодный беж с каплей розового и серого. Его я достаю всегда, когда я делаю темные смоки, какие-нибудь фиолетовые или эмералд, такие зеленые. Может быть, темно-синие. В таких случаях вот этот цвет — это просто идеальное сочетание. В любом холодном макияже он отлично смотрится. Если у вас холодная кожа, для вас может быть повседневным нюдом, как мне кажется. И вообще в целом просто могу его рекомендовать даже без доли сомнения. Хоть он и светлый, он не плешивит и имеет реально очень приятную такую классную текстуру. Следующая помада под номером 740 называется она Coffee Craze. Эту помаду вы сейчас видите на моих губах, и это 100% просто кофе крейз. Кофе, разбавленное большим количеством молока. Лучше я этот цвет никак не объясню вам, для меня это идеальный нюд. Не знаю, посмотрите на мои губы, мне кажется, это та помада, которую девочки с теплой кожей могут использовать вообще в любом луке в принципе. Она настолько нейтральна, и учитывая то, что в ней опять же есть чуть-чуть серого, что ее можно именно по этой причине запихать в огромное количество макияжей. Фактически в любой макияж. Если вы делаете холодный макияж, она там вписывается. Вы делаете теплый макияж, она там вписывается. Вы делаете нейтральный, она вписывается. Для меня это самая носибельная помада из всей этой линейки. Когда я ее только купила, я вообще не могла перестать ее носить. Я, наверное, 2 недели подряд носила только ее. И обожаю Coffee Craze. Нейтральный такой средний нюд, который, как мне кажется, в масс-маркете не так часто встречается, к сожалению, потому что в большинстве это либо розовый нюд, либо персиковый нюд. А именно вот этот вот холодный кофейный нюд у меня, наверное, вообще в принципе один в моей коллекции. Обожаю. Следующая помада под номером 755, и называется она Toasted Brown. Классический коричневый с примесью розового, но только в отличие от губ Kylie Jenner, этот цвет намного темнее. Этот цвет не такой универсальный лично для меня, как предыдущий цвет. Он все равно требует такого подбора макияжа. Я его чаще всего ношу с таким розоватым макияжем, легким розоватым макияжем глаз или таким коричневатым. И еще, кстати, мне кажется, очень интересно, этот цвет может смотреться на рыженьких девушках. Именно из-за вот этого розового потона внутри. У рыженьких обычно холодная кожа, и вот этот вот коричневый будет прям, мне кажется, замечательно смотреться на вас, девчонки. Если вы рыженькая, у вас есть веснушки, обратите внимание на этот цвет. Сейчас я покажу вам демо нанесения оттенка под номером 755 Toasted Brown, чтобы вы могли увидеть, как он ложится на губы, как он распределяется, его пигментация и так далее. Так оттенок Toasted Brown выглядит на моих губах.
И последний цвет из этой линейки, которым я обладаю на данный момент, это цвет под номером 757 Naked Brown. И глядя на него, вы, наверное, сразу же поняли, чем он меня привлек, почему я его купила. Сливово-бордовато-коричневатый, насыщенный вампирский цвет. Я когда только его увидела, я поняла, что это просто моя любовь, мне он нужен срочно, но, к сожалению, своей текстуры он меня подразочаровал. Он плешивит. И причем плешивит так значительно. И учитывая его цвет, вы понимаете, что это видно на губах, и это видно, это неприглядно. Его, конечно, можно положить так, чтобы он был равномерно распределен по вашим губам. Для этого вам нужно отлинеть ваши губы каким-то карандашом, типа коричневый или, может быть, темно-фиолетовый, в зависимости от того, какой потон вы хотите вытащить из этой помады. Но опять же, девчонки, я ее все же могу вам рекомендовать, потому что такой цвет в масс-маркете не так часто, к сожалению, можно встретить, тем более за эту цену. Я не сказала, по-моему, линейка Color Sensational стоит в среднем в Ревгоше где-то 350-60 рублей, но, кстати, в Санге можно купить их по скидке где-то за 260, что ли, я вот именно конкретно эту помаду покупала. Рекомендовать могу ее тем, кто готов реально смириться с ее капризным характером. У кого есть время и желание плясать с бубном вокруг нее, для тех, да, она может быть интересна. Но не ждите, опять же, от нее там идеального поведения, идеальной текстуры с одного нанесения. К сожалению, это не о ней. И, кстати, девчонки, если у вас есть какие-то помады из этой линейки, которых нет у меня, и вы их используете, напишите мне в комментариях, как ваши впечатления, может быть, что-то мне надо, я не знаю, тогда пойду поищу, может быть, что-то новое себе приобрету. Спасибо огромное за просмотр, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще, до скорых встреч, пока! Мам! Не шуши сейчас, мне сейчас еще 3 минуты надо и все! Is it the coming in? Is it the coming in? Nichts!